Что такое кроссфит? Постоянно меняющиеся функциональные движения, выполняемые с высокой интенсивностью. Постоянно меняющиеся. Кроссфит – это постоянно меняющиеся функциональные движения, которые выполняются с высокой интенсивностью. Постоянно меняющиеся означает, что каждый воркаут не похож на предыдущий. Фишка в том, что рутина – ваш злейший враг. Чем однообразнее будут ваши упражнения, тем меньше вы будете подготовлены к жизни. С чем вам придется столкнуться завтра, никто не знает. Ваши тренировки должны вас готовить ко всему. Кроссфит состоит из силовых тренировок, занятий по гимнастике и тренировок для прокачки выносливости во всех возможных комбинациях. И такие занятия подготовят вас к любым ситуациям, которые могут произойти с вами в реальной жизни. Кроссфит. Функциональные движения. Кроссфит — это выполнение различных функциональных движений с высокой интенсивностью. Функциональные движения, которые помогут вам подготовиться к настоящей жизни. Приседания, бег, прыжки, броски, тяга. Поднятием всевозможных вещей люди занимаются тысячи лет. Их никто не изобретал специально, и они встречаются повсеместно. Вот на что способно наше тело, это заложено в нашей ДНК. Воркауты кроссфита включают в себя функциональные движения, потому что и за пределами зала они очень эффективны. Кроссфит. Высокая интенсивность. Кроссфит — это выполнение различных функциональных движений с высокой интенсивностью. Интенсивность — это физическая единица измерения. Она является ключевым элементом фитнеса. Она определяет то, как быстро вы выполняете упражнения. При низкой интенсивности вы бежите в расслабленном темпе. Когда же вы бежите изо всех сил, то это высокоинтенсивный бег. Работа равняется силе, помноженной на расстояние. Мощность рассчитывается как работа, поделенная на время. Чем большее количество работы вы выполняете, чем меньше времени на это тратите, тем выше средний показатель вашей мощности. По таким показателям определяется высокая интенсивность, а не потому, как громко ты кряхтишь или насколько сильно покраснел. И такая интенсивность дает самые лучшие результаты. Кроссфит. Переведено и озвучено Bad Cat Studio специально для phoenixsport.ru.